На этой экспозиции в залах библиотеки на улице Грибоедова представлены работы и маленьких художников, и совсем взрослых воспитанников. Научиться рисовать и даже писать настоящие картины можно в любом возрасте. Добрый день, я Винсент Ван Гог. И все 5 лет я наблюдал за творчеством всех художников. Я рад приветствовать вас в студии «Винсент». Несмотря на непростые времена и многочисленные ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой в мире, последние 2 года студия все так же работает, взрослые дети пишут картины и постигают грани живописного искусства. Многие из представленных работ написаны не профессиональными художниками, а теми, кто, не получив специального художественного образования, просто решил, что хочет. Мы ориентируемся на Винсента. У него же тоже не было образования художественного. А вы знаете, что его картины самые дорогие в мире. Все желание. Да, и время. Легко ли научиться рисовать, если детство давно позади, и реальная жизнь – это работа учителем, бухгалтером, предпринимателем, кем угодно. И все это вообще никак не вяжется с тем, чтобы прийти на занятия, начать с чистого листа и поверить в себя. Однако те, кто справляется с этим препятствием в своей голове, спустя некоторое время способен создавать настоящие шедевры. Учиться взрослые начинают с гуаши, затем переходят к более сложным материалам – масло или акварель. Изучают техники и правила, постигают законы построения натюрмортов и пейзажей – и становятся участниками настоящих выставок. Но самый главный результат, по признанию взрослых учеников, занятия живописью помогают жить в это непростое для всех время. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».